Здравствуйте, дорогие друзья. Это Максим Леонидов. Так получилось, что родина моих предков и по материнской, и по отцовской линии Украина. И в Россию все они приехали сюда. И украинская часть, и еврейская часть. Все, короче говоря, оттуда. Поэтому мне очень больно видеть то, что сейчас происходит. Знаете, идет большая политическая игра. И в этой политической игре меньше всего думают об украинском народе. Точно так же, как и о русском народе. Это все слова. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Давайте будем умнее. Не дайте себя развести. Потому что то, что сейчас происходит, это просто разводка. Вас разводят на вражду. Не враждуйте. Давайте жить дружно. Давайте жить и дружно. Здравствуйте. Меня зовут Борис Гребенщиков. Группа «Аквариум». Мы все знаем, что находимся сейчас в очень тяжелом положении. Ваша страна, наша страна, все равно одна страна. Один народ. И то, что между нами сейчас сеет рознь, как говорил великий Антоний Сурожский, сеющая рознь между людьми умножает ненависть и тьму. Тот, кто ненавидит одних ради других, играет на руку дьяволу. Я молюсь за то, чтобы это кончилось. Чтобы мы перестали воевать друг с другом. Потому что это на руку только людям, которые получают за это деньги. Меня зовут Вячеслав Бутусов. Я проживаю в городе Санкт-Петербурге, Россия. Обращаюсь не только к нашим дорогим и близким людям в Украине, но и, в общем-то, ко всем людям, которые имеют внимание к этому вопросу, и ко всем людям, которым вообще не наплевать на то, что происходит вообще сейчас, в принципе, в мире. Мы ничего не знаем. Я не верю никакому телевидению, никакому. Я не слушаю никакого радио, я не читаю никаких газет. Такая ситуация, когда нужно уповать на Господа Бога. Нужно вспомнить о том, что Господь Бог смотрит на нас с неба и ждет, когда мы все к Нему обратимся. Больше нам обращаться не к кому. Мы молимся за вас, и за себя мы молимся, потому что всем нам страшно. Здравствуйте, дорогие. Я Юрий Шевчук, служу солистом в группе ДДТ. В прошлом году наша команда проехала фактически по всей Украине. Мы были и на Западе, и на Востоке, и на Юге, и в Центре, и в Донецке, и в Харькове, и в Киеве, и во Львове. Везде мы видели замечательные глаза. Наш коллектив, кстати, тоже интернационален. Наш замечательный пианист и клавишник Константин Шумайлов, он из города Одессы. А наш звукорежиссер Андрей Дудко из города Днепропетровска. Мы люди России и Украины, родня. И поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы войны никакой не было. Не стреляй! Я стреляй! Я стреляй! Не стреляй! Мира всем!